Что, господа, попробуем фен по энергостанции Т-702. Это мой первый опыт, так сказать, не судите строго. Но вот больше интересуют разъемы, можно? Такие пластиковые. Выпрыть или нет, что получится. Долго. Можно, получилось практически. Хе. Паяльником изуродовал бы точно. Это транзистор. Или что это такое? Это хитрая микросхемка. Что-то не ахти. Ничего. В общем, годно, работать можно. Хотя вот как паяльник и побыстрее получится. Наверное, насадочку надо сменить потоньше. Упс. Опс. Чем тут еще такое интересненькое? В принципе, ничего интересного нет. Т-380. Так, пока не понял. Что-то уже плата начинает дымиться. Ладно, научимся. Вот этот хитрый разъемчик на 4 ножки. Вот так получилось. Ладно, будем считать, что угодно. Хотя надо еще потренироваться. Кто что знает, попрошу советы, на сколько градусов выставлять и какое сопло ставить. Пока не впечатлило.
Так, вот вырубили. Из сети эту шайтан-машину не надо выключать. Я тут подуры выдернул, вентилятор у меня весь сплавился. Вот, в инструкции не гу-гу. Вот сейчас оно, по-моему, до 50 градусов охладится, и само все выключится. Когда вы дергаетесь, розетки можно. А так ни в коем случае. Все плавится. Ну как-то так.